Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня в этом видео я хочу показать вам, как связать вот такой вот интересный рельефный узор спицами. Этот узор наподобие узора звездочек, только вяжется немножечко по-другому. Узор идеально подойдет для вязания шапочек, снудов, свитеров, кардиганов, джемперов. Можно юбку, платье, все что угодно, в принципе. Вот на других ниточках он так смотрится. Вяжется узор несложно. В раппорт узора всего 4 рядочка в высоту. Итак, еще хотела сказать, вот смотрите, вот у меня сам узор, вот эта вот полосочка идет из 7 петель, и между ними 3 изнаночных. Вы можете сделать одну изнаночную, 2, 5, как хотите, на ваше усмотрение. У меня здесь 3. И вот так вот он смотрится с изнаночной сторонки. Для вязания узора вам нужно набрать количество петель, вот в таком варианте я имею в виду, количество петель кратное 10, плюс 3 петельки для симметрии, плюс 2 кромочные петли. Вот я для образца здесь набрала 25 петель. И смотрите, я один рядочек, как бы установочный, провязала просто изнаночными петельками, вот так вот. И начинаем вязать первый ряд. Первый ряд узора вяжется следующим образом. Кромочную петельку мы снимаем и провязываем 3 петельки изнаночные. 1, 2, 3. Дальше начинается у нас вот эта вот дорожка. Вяжем 2 лицевые. Смотрите, дальше нам надо вот эти 2 петельки поменять местами. Первую оставить за работой, она пойдет. Вот так вот правой спицей подхватываем петельку, вторую, первую снимаем, одеваем затем ее на левую спицу, а эту спереди. Только смотрите, как не вот так вот одеваем, вот так, да, как обычно вот одели, а нет, а одеваем, развернувшись вот так. Вот, чтобы она вот так вот лицом развернутая была, смотрела. И затем из 3 петель нам нужно вывязать 3. Вот эти 2 и следующую одну из них вывязать 3 петли. За задние стеночки будем их провязывать. Вот так вот взяли. Вяжем лицевая, но петельки со спицы не сбрасываем. Накид. Еще раз лицевая. Вяжется это просто очень. Это может объясняю долго, потому что медленно, но вяжется просто на автомате. Дальше 2 лицевые. Все, мы провязали раппорт узора. Вот он, 3 изнаночных и вот эти 7 петель. Дальше повторяем. Опять 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 лицевые. Затем опять меняем петельки местами. И петельку вот так вот разворачиваем, чтобы она смотрела к нам. И из 3 петель вывязываем 3. Лицевая, накид, лицевая. Провязываем их за задние стенки. Все. 2 лицевые. И в конце 3 петельки для симметрии изнаночной. То есть они у нас начинались с изнаночных. Вот они. И чтобы заканчивались изнаночными. Давайте 3 изнаночных. 1, 2, 3. Кромочная петля изнанкой. Все, переворачиваем работу. И все петельки мы вяжем по узору полотна. Кромочную первую снимаем. Если у нас идут вот здесь лицевые, значит, их вяжем лицевыми. 3 лицевых. Дальше у нас идут 7 изнаночных петель. Их так и вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Повторяем. 3 лицевые идут. Дальше 7 изнаночных. Три лицевые и кромочная петля изнанкой. Переворачиваем вязание и сейчас будем вязать третий ряд. Пока у нас вот так вот это смотрится. Кромочную сняли, изнаночные так и вяжем 3 изнаночных. И вот здесь вот эти вот идут лицевые. Провязываем следующим образом. Из первых 3 петель, нам, из 3 лицевых, нам нужно вывязать 3 лицевые. Только провязывать мы их будем за передние стеночки.
Так вот можно чуть-чуть пододвинуть и провязываем за передние стенки. Лицевая, накид, лицевая. Все. Одна лицевая петля. И дальше из этих трех также нужно вывязать 3. Только их нужно развернуть, как бы петельки развернуть. Я их сняла. И теперь вот эта вот сторонка передняя должна смотреть назад. Вот так вот разворачиваем их. Вот, развернули. И нужно провязать их за заднюю стенку из 3. Точно так же. Лицевая, накид, лицевая. Все. Вот они у нас идут, видите? Это как бы направо звездочка, а это налево. Опять 3 изнаночных. Смотрите, кто вяжет петли, я вяжу классикой, кто вяжет бабушкиным способом, они у вас вот так вот будут располагаться. Видите? Вот так. И вы, значит, их, когда вывязываете из 3 первый, вам нужно развернуть, чтобы они смотрели вот таким вот образом. Я разворачиваю, когда провязываю вот эти 3, потому что я классикой, а вам последние 3 разворачивать не надо, кто бабушкиным способом провязывает, потому что они будут развернуты как надо. Вам нужно будет развернуть первые 3 петли. Так, давайте повторим. За переднюю стеночку мы их провязываем, да? Вот так вот. Лицевая, накид, лицевая. Все. Одна лицевая петля. Петельки нужно развернуть следующие 3. И вывязать также из 3. Лицевая, накид, лицевая. Все. 3 изнаночные. 1, 2, 3 и кромочная петля. Переворачиваем вязание, и 4-й ряд, он вяжется точно так же, как мы вязали 2-й. 3 петельки лицевые и 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так вяжем до конца ряда. Все, я провязала 4-й ряд. Вот уже у нас узор и вырисовывается. Давайте вот на этих покажу. Здесь лучше видать. Все. Дальше повторять на нужную высоту вам, чередуя с 1-го по 4-й ряд. Надеюсь, узорчик вам понравился. Не забывайте подписываться на канал. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Всем пока!